Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру под названием House Flipper. И сейчас у нас есть этот домик. У нас незавершенная работа, мы взяли заказ. Так, смотрим, окна грязные. Так, помой окно. А тут разве можно мыть окна, интересно? Так, с этой стороны, мне кажется, окна не моются. Подожди. Нет. Так, подожди, а где у нас? Ага. Ладно, сейчас зайдем в дом, посмотрим. Посмотрим. О, грязь сразу на пороге. Тут у нас, значит... А, это нужно что-то исправить сейчас. Ага. Так, давай так повесим. А, нет, подожди. Так. Нормально все. Так, сейчас зайдем, посмотрим, где... О, какая грязь тут. Да. Так, помой окно. Ага, вон, значит. Так, помоем сейчас окошко сразу. Так, все же чистенько у нас стало окошко. Есть. Окно у нас чистое. Хорошо. Состояние денег счета у нас 807 тысяч. И приход 307 тысяч. Так. Так, что за приход, интересно? Так. Эх. Так, посмотрим, что у нас. Удалить предмет. Стандартный письменный стол. Вот этот его нужно убрать, что ли? Так, а ну-ка, подожди. Так, подожди. Уберите мусор, удалить предмет, стандартный письменный стол. А ну. Да. Нам нужно это все продать. Ага. И это тоже, да? Так, а ну. Yes. А деньги там не идут. Нормально. Так, ага. А стул можно продать, интересно? Есть, и стул можно, и это тоже можно удалить, оно. Офигеть, а этот? А, мы не играем, имитатор вора. Хорошо, значит, здесь все, что можно удалить, удаляется. Да, угу. Так, давайте закроем сразу дверь. А, так, это тоже, в принципе, продается. О, вода протекла, это все мы исправим. Так, а здесь у нас что? Тоже грязь. Ну, мы сейчас попробуем все продать. Так, этот у нас, в принципе... Ага, у нас это не продается. Хорошо. А, здесь я же... Это уже я все делал здесь даже. Я помню. Так, здесь у нас везде хрюши побывали, а здесь чистенько. Смотри, как хорошо. Ага, так, заходим сюда, смотрим. А, вот он, письменный стол, сейчас мы его удалим. Вот, я еще и деньги зарабатываю, нормально, да? Так, отлично. Так. Опа, это тоже продается? Тоже, да? Ага. Так, что здесь еще? Вот этот мусор нужно. Так, а этот не удаляется, да? Эх, этот просто удаляем, выкидываем. Хорошо. Это тоже удаляем. Это что такое может... А, нет, это не продается. Так, а что у нас тут на улице? Так. Все грязненько достаточно-таки. Ну, хотя окна у нас чистые. Так. Ладно, это мы все уберем. Шваброчкой почистим. А ну-ка, давай почистим. О, чистится, все хорошо. Смотри, как чисто. Так, это стены, кажется, они не отмываются. Их нужно шпаклевать. Хорошо. Так, здесь мы все подчистим. Так, идем дальше. Так, ну здесь, в принципе, а ну, воду можно убрать. Да, вода убирается. Так, где у нас вот грязь? Эх. Так, давай займемся сразу, вот давай здесь уберемся. Смотри, у нас сколько всяких жукашек, паукашек. Мы сейчас их спылесосим. Так, все, мы сейчас их спылесосим. Начнем с кухни, ой, с ванной.
С ванной начнем все убирать потихонечку, чтобы чистенько все было. Так. Сразу жучков этих всех вычистим. Так, вот еще один, да? Так, что, всех убрали? Ну, показывают, что-то все равно пылесос мне... Тут, в принципе, я тут все убрал же, правильно? Так, а ну-ка. А, ну все, мы здесь это уничтожили гнездо, все нормально. Здесь нужна уборка. Так, все. Так, здесь отлично, все чисто. Потолок у нас чистый, хорошо. Здесь тоже все хорошо. Надо унитаз еще почистить, да? Так, а чем же тебя чистить? Рукой, что ли? Да нет. Так. Ну вот, чистка, оно, кажется, не чистится. Так, удалите предмет. Расположение. Напольная плитка. А, вот это что ли? Напольная плитка. Унитаз удалить, да? И мне нужно что, санузел поставить? Так, расположите напольную плитку. Плитка керамический померанец. Напольная. Так, керамический померанец. Сейчас посмотрим. Так, вот плитка. Так, керамический померанец. Так, где же тебя найти-то, а? Так, все так мелко написано еще. Так, померанец. Так, это не то. Это фиолетовая. Так, это голубая. Так, серые квадраты. Так, это прямоугольники, квадраты, квадраты. Так. Какой там померанец? Желтый? А, все, плитка кончилась, подожди. Так, напольная плитка, алло. Так. Угу. Померанец. Так. А, вот желтый померанец, вот он. Купить. Так, поставим ее пока. А, подожди. Ой, нет, 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 подожди. Зачем мне сюда? А, вот так можно просто сделать. Смотри. Опа! Ну и что? Все, сделали. Здесь тоже надо померанец, подожди. Да. Плитка, керамический померанец, хорошо. Есть. Задание мы выполнили. Так, ладно. Надо вот эту плитку будет еще удалить как-то. Ага, не удаляется. Так, ладно. Здесь у нас очистить загрязнение. А, вот оно, загрязнение. Так. Да, здесь, наверное, тоже керамический. Нужно... Так, а что у нас с текстом? Почему у нас текст такой странный получился? Сейчас назад зайду. Нормально откроется. Очистить загрязнение 66. Еще осталось загрязнение где-то. Где загрязнение? Я же все же вычистилось. Так, где он видит у меня загрязнение здесь? Так. Все же чисто. А, ну все, очистка грязи есть. Значит, настенная плитка. Керамический померанец. А, 5 керамических померанец. Подожди, алло, напольная плитка. Подожди, а где покупки? Вот магазин. Так, купить. Так, а ну-ка. Добавлять что-нибудь? Нет, подожди. Так, плитка. Так, а ну-ка. Нет. Нет. А, нет, смотри, 3% керамических помирается. Ну. А, да-да-да. Все нормально, здесь нужно этот самый померанец уложить. Хорошо, без проблем. Сейчас все сделаем. Так, вот, есть, отлично. Керамический померанец. А, вот еще, подожди, здесь я еще оставил. Так. В этом месте. Так, ну все. Так, смотри. Так, двери мы сейчас закроем. Так, керамическая...
Керамическая померанец и керамическая плитка. Плитка настенная, плитка. Так, подожди, плитка настенная, да? Открываем. Так, а на стену тоже, ну нет, не ставится. Так, значит, настенная плитка. Смотри, видишь, тут не видно ничего. Керамическая померанец, керамическая плитка. Ладно, сейчас заходим в магазин. Мне нужна настенная плитка. Выбираем померанец. Вот он. Так, плитка померанец. Купить. Так, ставим. Так, подожди, надо же это здесь шпатель. А нет, не этот. Вот этот. Так, берем плитку. Так, есть там процент какой-то? Нет, подожди. Так, еще раз берем. А ну, подожди. Да, все понятно. Все понятно. Значит, здесь тоже у нас стене будет одинаковое, что на полу, что здесь. Где-то керамическая плитка, ужасная желтая плитка. На стене я бы, конечно, такую не ставил бы дома. Ну, не знаю, как бы на полу и на стене одинаковая плитка, как-то странно, нет? Так, ну ладно. Если заказчик заказал так, то пожалуйста. Так, а не могу я несколько этих взять? Нет, только одну сторону можно. Надо будет потом усовершенствовать. Очки мне дадут опыта. Да, так я, конечно, буду долго сейчас делать. Ну, давай хотя бы одну стену мы сейчас сделаем. Так. У нас и плитка кончена. Я сейчас буду плитку купить. Так. Эх, покупаем. Ставим. Так, теперь берем шпатель. Во. И наносим дальше стену. Ну, в принципе, оно, конечно, красивенько становится, да? Детский садик здесь будет. В принципе, неплохо. Так. А ну, эту стену я сейчас попозже буду делать. Сейчас я тут доделаю уже все. И посмотрим. Так. Окно здесь чистое, в принципе, нормально. Так. Здесь сейчас почистим. Вот это у нас будет ванна красивая, желтенькая, да? Смотри, сейчас. Опа. Да, плитки, конечно, уходит много. Сколько я там денег-то теряю? Мне, по идее, это в бюджет-то заложено деньги, правильно? Сейчас я куплю еще одну плитку и посмотрю состояние счета. Состояние счета у меня уменьшится. И получается тут состояние счета и приход. Два разных счета. Так, берем, покупаем. Сейчас смотрим. Опа, это с моих денег уходит. Нормально. Мне надо закончить этот проект, чтобы я получил деньги, потому что мне так неинтересно. А вообще в этой игре можно зарабатывать деньги, покупать старые дома. Но они, как правило, вот эти старые дома, они грязные, там их надо мыть, чистить. Покупать, естественно, мебель. Старую мебель выбрасывать, потому что мебель там ужасного качества. Смотри, чтобы маленькую эту плиточку мне заделать, мне уходит целый этот набор. Ужас. Смотри. Так, взял я, да? Так. Сколько процентов этой канитель? 67%, да, написано? Да, 68. Эх, дальше я рассказываю, да? Значит, покупаешь старый дом по дешевке, делаешь там ремонт, покупаешь новую мебель, ставишь красиво, и можешь потом эту квартиру, дом продать и на этом зарабатывать деньги. В принципе, все как по-настоящему. Все как в жизни. Так, все, давай. Так, зачем мне? Алеш, падай, бери. Вот, в принципе, все как в жизни. Покупаешь квартирку, делаешь ремонт, покупаешь другую, делаешь еще квартиру, продаешь, покупаешь две квартиры, три, четыре, пять, так и так далее. На этом можно хорошо деньги заработать. Так.
Ага, ну скоро я сейчас ванну доделаю, у меня уже так 91% и будет 100. Нет, 93%, что-то я пропустил. А, вот, смотри, сверху, да. Отлично, надеюсь, плитки хватит. Не надо будет новую мне покупать. Так, 98 и 99. О, 100%, все. Так. Что здесь еще нужно? Смотри, написано. Вычисти окно. Окно, елки-моталки. Конечно же, сейчас мы его почистим. Окошко. Окно-то мы забыли. Все. Отлично. И здесь я все сделал. Только знаешь, что надо будет? Вот это продать. Где у меня продажи? Так, за 250 рублей. Хорошо. Так, дальше. Здесь нужно установить унитаз. Так, смотрим. Унитаз, ванная комната. Открываем вот унитаз и ставим, какой самый дешевый. Ой, господи, что я взял. Так, подожди, сейчас какой здесь стоит унитаз? Такой мы и поставим. Ага, вот такой вот красивенький унитазик. Подожди. Вот этот стоит. Ага, берем, купить и ставим его вот сюда. Отлично. Так. А, нажмите, чтобы заплатить и разместить. Есть. Установи. Так, ну что ж, закручиваем болтики. Ставим эту сюда крышечку, устанавливаем. Все. Отлично. Все, мы здесь сделали полностью ванну. Ванна готова у нас. В принципе, хорошо. Все, закрываем ее. Так, убери мусор. Так, а где здесь мусор? Так, в этой комнате где-то мусор. Вот ты где. Подожди, как мы тело уберем? Так что? Все. Так, расположите напольная плитка. Напольная плитка. Керамический померанец. Да ну. Такую же напольную плитку покрасить в цвета светлый персик и бархатистый персик. Стены, да? Ладно. Напольная плитка, плитка керамический померанец. Так, где у нас напольная плитка? Так, керамический померанец. А у них что, померанец только один, да? Вот этот желтый керамический померанец. Они что, хотят всю квартиру, да, всю квартиру в этом желтом померанце сделать? Ужас. Так, давай. Так. Есть, да. Это именно вот это то, что нам нужно. Так. Отлично. Так, вот здесь тоже кусочек мы сейчас уберем. Так. Давай, ладно, сейчас все здесь сделаем. Так. Отлично. Так, и вот этот маленький кусочек тоже. Померанцем. Так, что мы видим в итоге? Так, тут тоже сейчас померанцем. Все. Так. Ага, покрасить в цвета светлый персик и бархатистый персик. Светлый и бархатистый персик. Ладно, берем светлый персик. Нам нужна краска. Так. Краска, светлый персик. Так, ищем персик. Персик. А персик каким цветом? Так, явно не желтым. Так, вот светлый персик, бархатистый персик. Давай, вот, давай бархатистый. А, не светлый персик дешевле. Но не намного. Так, покупаем банку, ставим сюда. Так, берем кисточку. И сейчас будем красить. А, красить мы можем. Давай вот эту стену большую сделаем. Подожди, как? Ой, я эту задел немножко стену. Так. Красится, все нормально. Так, кончилась краска где? Так, ага. Я же прокачивал, да, вот эту швабу.
Теперь швабру сказал. Теперь она хорошо красит, быстро. Так, 23% уже закрасил. Так. Так, что у нас 32%, да? 34. Так, сейчас мы здесь все подкрасим. Так, эти, смотри, вот эти будут стены такие, а эти я буду светлые, более... Ну, сейчас посмотрим, как краска кончится, в принципе, может быть, наполовину сделаем, не знаю, как получится. Так. Так, краска быстро заканчивается. А тут такой, знаешь, лайфхак, если эту баночку продать, даже если она будет не полная, то она, в принципе, продастся за ту же сумму, которую покупали. 800. Ну, да, немножко дешевле, но ладно. На донышке оставим, мы ее продадим. Как раз можно, в принципе, на этом сэкономить. Сэкономить можно будет хорошо. Так, значит, все, давай, еще немножечко осталось. Ну, наверное, все надо будет банку продавать, потому что уже там уже в банке мало осталось. Давай сейчас эту докрасим стену. Угу. Так. Все, ну-ка, сейчас проверим. Да. Опа, мы продали практически за ту же сумму. Так, бархатистый персик, но нам еще нужно будет... Вот, давай светлый персик еще купить. То, что там сказали еще половину таким покрасить, да? Так, а ну-ка, а здесь будем светлым персиком. Да, отлично. Это будет часть дома. Часть стены это будет светлым персиком. Как они и заказывали, сказали бархатистый и светлый персик купить. Хорошо. Так я им это все и сделаю. Как заказчик заказал, так и будет. Так, у нас 93%. Скоро уже покрасим все. О, отлично. О, все. Все, 100%. Ну, здесь еще вот так, ну, для красоты сделаем. Отлично. Смотри, мы покрасили, да, какая красота. В принципе, мне нравится. Так, это наш баночку мы продаем. Хорошо. Ну, получается, здесь мы все сделали, да? Заходишь в такую квартирку, чистота. Так, отлично. Здесь мы тоже все сделали, смотри. Давай, где сделали, там закрываем дверь. Вот. А где еще предстоит нам убраться? Так, здесь мы все сделали, нет? А, можно продать, смотри, ну. А, нет, нифига, нельзя. Так, а здесь тоже мы все сделали. Это что за дверь такая? Здесь, в этой комнате, мы тоже все сделали. Ну, все, здесь закрываем. Здесь все отлично. И закрываем. Так, здесь тоже все сделали. Пусть закрыто будет. Да. Так. В этой комнате нужно еще ремонт делать. И в этой. А еще, мне кажется, в этой. Да. В принципе, ремонта еще много. Ну что ж, здесь ремонт мы будем делать завтра уже. В принципе, и так уже неплохо. Мы уже достаточно много сделали. Красоту. Красотища. Так. Мне больше нравится вот здесь, как красиво сделано, да? Нормально же? Нормально? Или здесь? Или здесь? Ну, это я в прошлой серии как бы делал. Ну, в принципе, еще работы очень много. Ну что ж, на этом мы будем заканчивать. Всем пока-пока. До новых встреч.